Заниматься спортом из-за карантина никто не запрещал. Правда, временно проводить занятия можно было только дома и индивидуально. А с 11 мая Кабмин разрешит тренироваться в парках, скверах и на детских площадках. А вот групповые занятия будут разрешены только для командных видов спорта и при определенных условиях. Финальный текст постановления будет дорабатываться Минздравом и другими ведомствами до конца текущей недели. Вчора наш міністр молоді і спорту Вадим Гуцаєв провів таку першу відеоконференцію зі всіма областями України з питань перших виходу саме з коронавірусу. Перше, це планується у першому етапі вихід всіх, ну, ми знаємо, що відкриється, планується відкриття всіх парків, скверів, зон відпочинку, де зможуть в тому числі спортсмени починати на свіжому повітрі займатися. В цьому ж планується дозволити займатися командам майстрів з ігрових видів спорту в окремих таких закритих. Ну, це буде не приміщення, а відкриті площі такі. Таким образом, к тренировкам официально смогут вернуться футбольные «Черноморец», «Балкан» и «Реал Фарма», баскетбольный «Химик» и другие коллективы, которые до этого работали только онлайн. Чуть больше двух недель, наверное, тренируемся в онлайн-режиме. Наш тренер общей физической подготовки разработал комплекс упражнений. И мы все каждый день ежедневно проводят ребята там час небольшим именно на функциональную работу. И сейчас посмотрим, может быть, в связи с тем, что Кабмин разрешил для спортсменов сборных тренироваться в индивидуальном режиме на улице. Может быть, мы какими-то маленькими группами будем тренироваться на улице. Но мы как бы процесс тренировочный не останавливали и продолжаем работать, потому что сегодня нужно смотреть в будущее и надеяться, что все равно ситуация, карантин когда-то закончится, и тренироваться нужно будет, и ребята уже будут в какой-то более-менее форме для того, чтобы нести какие-то нагрузки более серьезные. Правда, если футболисты до сих пор сидят в режиме ожидания и не знают, когда точно возобновится сезон, баскетбольная суперлига официально завершила соревнования больше месяца назад. Места распределили по состоянию нахождения команд в турнирной таблице на тот момент, и чемпионом стал Днепр. Такое решение ФБУ вызвало немало вопросов у экспертов, ведь это нарушает спортивный принцип. Очень многое решается в плей-офф, и всегда очень часто тренера, я в том числе, говорил о том, что плей-офф – это отдельный чемпионат, где мобилизируются игроки настолько, что каждая ошибка на вес золота. И мы показали даже в прошлом году, когда мы не стали чемпионами регулярки, то мы выиграли чемпионат в очень сложном сезоне для нас. И было очень много примеров, когда команды даже в тройке не были и выигрывали, как Мариуполь когда-то в свое время тоже вообще даже не были в тройке и стали чемпионами. Безусловно, как бы очень обидно, что так все закончилось и места распределились. Но, знаете, на данный момент ты на это уже повлиять никак не можешь, и ты можешь только это принять, либо не принять. Возвращаясь к другим массовым видам спорта, детско-юношеским спортшколам пока официально тренироваться нельзя. Но с 11 мая вряд ли кто-то проконтролирует совместные занятия на улице. Все зависит от личной ответственности тренеров. Если уровень заболеваемости позволит, то к следующему этапу могут перейти уже в конце мая. Є подальша програма, яку планує наше міністерство, в другому етапі відкрити дитячо-юнацькі спортивні школи, деякі фітнес-центри, фітнес-клуби, але планується відкриття без роздягалень і душових. Но ще раз повторюю, що ми сьогодні очікуємо того положення, яке буде ще розроблено Міністерством охорони здоров'я і чітко буде прописано, як будуть працювати ці заклади. Всего планируется около 5 этапов выхода из карантина. Уже на третьем из них можно будет проводить соревнования, но пока без зрителей. Что касается международных турниров, то в этом году их не будет. Все отборочные этапы на Олимпийские игры по всем видам спорта уже окончательно перенесли на 2021 год. Об этом сообщили в облспорте. А если осенью пройдут неофициальные соревнования за рубежом, то одесских спортсменов по возможности будут отговаривать от участия в них. Дмитрий Богомолов, Виталий Хемий, Владимир Ивжич, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».